Семья года 2018. Итоги этого конкурса подвели сегодня в Чебоксарах. Секреты семейного счастья узнавала Ольга Пырочкина. На съемках с большими семьями всегда непросто. Во время интервью они не умещаются все вместе в кадр. У Ананьевых 6 детей. Анатолий и Марина познакомились, когда еще были подростками. Помните, как познакомились с супругой? Я спортом занимался активно. Мне было 14 лет полных. Жене было 13. Я пошел в физкультурный диспансер проходить медосмотр перед соревнованием. Там легкоатлеты проходили медосмотр. Я боксом занимался. Увидел девушку, которая мне понравилась. Посмотрел ее адрес и через неделю пришел к ней в гости. И до сих пор мы вместе. Понравился он сразу мне. И сразу хотели большую семью. После интервью Ананьевы фотографируются с победителями прошлого года, семьей Львовых. И еще не знают, что через несколько минут и сами выйдут на сцену в звании «Семья года 2018». С детства каждый ребенок в этой многодетной семье знает, что он не один и что родные поддержат его в любой ситуации. Конкурс проводится в Чувашии с 2004 года. За этот период в конкурсе приняли участие более 2500 семей. В этом году 156 семей со всех муниципальных образований. Глава Чувашии Михаил Игнатьев внес в Государственный совет республики законопроект об учреждении специальной награды – почетного знака «Материнская слава». Его будут вручать женщинам, которые воспитывают троих и более своих и приемных детей. Семейные традиции составляют основу культуры любого народа. На них ориентируются новые поколения. Поэтому так важно распространять положительный опыт семейных династий, что ведут здоровый образ жизни, развивают увлечения и таланты членов семьи, готовят своих детей к самореализации. Это очень важно. Победители определяли и в номинациях. Самая дружная семья, самая спортивная, самая трудолюбивая. Все они разные, но, как писал классик, счастливы одинаково. Семья должна быть семьей, дружной, светлой. Семейные традиции у нас самые обычные, в принципе. Папа любит с детьми кататься на велосипедах летом, кататься на коньках зимой. Теперь мы еще катаемся на ватрушках. Нам всей семьей ватрушки подарили. У нас весело. Ну и семейная традиция – это беречь тепло семьи, семейного очага. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.